Привет, с вами Пальцева, а это новости 2x2. Баба-Яга против. От первого лица. Разработчики из польской студии The Parasite выкатили геймплейный трейлер игры про юность колдуньи. В мрачной сказке Black Tale баба, простите, девушка-яга, рубится с чудищами славянских мифов. Мощные заклинания, огромные боссы и сложный выбор – встать на сторону добра или зла. А свой верный лук героиня, кажется, украла у Ханзы из Overwatch'а. Любимый мультсериал конспирологов возвращается. Netflix выкатил трейлер второго сезона корпорации Заговор. Руку к нему приложил сам Алекс Хирт. У Рейган снова отбирают повышение, на этот раз ее собственный отец. В теневом правительстве раскол, иллюминаты гнут свою линию, а Киану Ривз хочет устроить дуэль на мечах. Вау! Кстати, как думаете, в новом сезоне подтвердится теория, что Киану Ривз – бессмертный вампир? Медленно, но верно, к премьере подплывает Кит. И это не документалка Николая Дроздова, а слезовыжимательная драма от студии А24. Брэндон Фрейзер возвращается в большое кино с ролью Чарли, 300-килограммового мужчины, который когда-то бросил семью, а теперь пытается наладить отношения с дочерью-подростком. В режиссерском кресле Даррен Аронофски, ответственный за фильмы «Мама» и «Реквием по мечте». Делайте свои ставки, сколько престижных наград отхватит эта картина. Ну, а с вами была Пальцева. Смотрите 2x2, читайте 2x2 медиа.